Ближе к вечеру сам себя захуярил. Стало смеркаться. Коничуа, любители харакири! Представляем вашему вниманию игру в жанре... Так, блять, я же нажал! Секира. Shadows Die More Than Twice. Перенеситесь в Японию во времена, когда аниме еще не придумали, и пройдите путь однорукого шиноби-инвалида, имеющего в своем распоряжении пожилой протез, в который можно вставлять все, что ни попадя. Отправьтесь в путешествие по живописному миру, в котором нельзя быть уверенным, двигаетесь ли вы по сюжету или уже битый час блуждаете по какому-то захолустью, постоянно встречая на своем пути пранкеров, петухов и паспорту. И при этом думая: блять, нахуй я сюда пришел? Игровой процесс Секира не изменяет привычной формуле Souls-игр. А именно, я сосал, меня ебали. Ведь каждые 5 минут на вашем пути встречаются... Гуль, Тру, Канеки, ССС, плюс Банана-ранга. При столкновении с противником у вас есть выбор того, как выйти из передряги живым. Например, подкрасться на крысичах, выйти с супостатом один на один, или же устроить мужицкий полдник прямо посреди боя и сожрать весь провиант. Но каким бы первоклассным ниндзя вы не были, ваша срака в любом случае сгорит. Это разработчики предусмотрели и сделали возможность охладить свое трахание, прыгнув в реку и наказав местных карасей за слишком шумную музыку. С точки зрения нарратива, Секира — это Dark Souls, в котором ты понимаешь, что происходит. Ваша героическая одиссея берет свое начало, как и подобает любой интересной истории, в канаве. Вас ждет долгий и извилистый путь, в котором вам предстоит подраться с батей за ветку, спиздить у макаки подарок его жене, а также выучить наизусть то, как пишется «смерть» по-японски. В ролях: алкаш, ночная бабочка, мудрый дуб. Ломай меня полностью. Удав. И в главной роли